Всем привет! Вы на канале Зеленый Алматинец. Сегодня мы открываем новую рубрику «Разбор техники». Посмотрим, сколько получится наковырять цветного и черного металла. Я приготовил все инструменты. Отвертка, плоскогубцы, ножик, ключ и молоток. Ну как, погнали? Разбирать мы будем вот такой вот ресивер. Два смесителя, люстру и вот эту штуку. Я не знаю, что это такое. Друзья, вышла маленькая ошибка. Оказывается, это не ресивер, а DVD-проигрыватель. В общем, разобрал все это дело. Получился 1 килограмм 440 грамм черного металла. 1,5 килограмма алюминия. В основном весь алюминий получился с люстрой. 410 граммов цинка. 590 грамм различных плат. С некоторых можно поснимать немножечко меди. И, конечно же, 165 грамм медных проводов. Они еще не обожженные. Пока мы с ней готовы, но я их все равно взвесил. Дорогие зрители, если вам понравились такие разборы, ставьте палец вверх, пишите комментарии. Кто не подписан, обязательно подпишитесь, так как впереди вас будут ждать новые интересные видео.